Новости Богородского района. Богородская43.ру. Давно не было такой теплой и солнечной погоды. Самый почитаемый праздник у россиян – День Победы. Кажется, большинство жителей нашего поселка пришли на митинг. Мы специально оставили весь файл без сокращения, когда колонна шла по улице Советская. Посмотрите празднование Дня Победы в поселке Богородское. Вам, герои нашей страны, живые и павшие, известные и безымянные, посвящается. Склони, товарищ, мы о подвиге сегодня говорим. Мы о тех, кому за подвиг кратный памятью нетленной воздадим. Время от нас не укроет тех, кто боролся и жил. Нет безымянных героев, нет безымянных могил. Память о прошлом — это не просто свойство человеческого сознания. Это способность сохранить следы минувшего. Память учит и призывает, убеждает и предостерегает, дает силу и внушает веру. Вот почему наш народ так свято чтит память о подвигах тех, кто не жалел ни сил, ни самой жизни в Великой войне. У микрофона глава Богородского городского поселения Николай Аркадьевич Рылов. Уважаемые богородчане, гости, 74 года отделяют нас от победной весны 1945 года. 1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война. Она вошла в каждый дом, в каждую семью. К сожалению, время неумолимо.
Все меньше и меньше остается свидетелей той кровопролитной жестокой войны. На сегодняшний день в поселке Богородское и Богородском районе уже нет участников Великой Отечественной войны. Огромной ценой досталось нашему народу счастье жить под мирным небом в свободной стране. Много судеб сломала эта страшная война. Редкой семьи не коснулось горя потери. Поэтому так дорог День Победы для каждого из нас. В этот день мы вспоминаем и отдаем дань уважения всем тем, кто не щадил себя на полях сражений, кто приближал своим трудом победу в тылу, всем тем, кто пережил эти тяжелые 4 года. Неоценимый вклад в победу внес самоотверженный труд женщин, стариков и детей, ковавших победу в тылу. Отказывая себе во многом, жизненным девизом для них стали слова «Все для фронта, все для победы». Честь и слова живым, вечная память павшим на фронте и тем, кто после войны не дожил до сегодняшнего дня. Митинг, посвященный 74-й годовщине со дня победы Советской армии и советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, объявляется открытым.